Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святой мученицы Лидии Лирийской в Калининграде и возглавил служение божественной литургии в новоосвященном храме. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. В следующем сюжете подробнее о том, как это было. Храм святой мученицы Лидии построили в новом районе на востоке города. По размерам он уступает только Калининградскому кафедральному собору Христа Спасителя. Чин освящения закладного камня в основании этого строящегося храма был совершен патриархом 5 лет назад. И вот святейший посетил его снова, чтобы совершить великое освящение. «Даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сие, и храм освящения по любви к тебе Богу тщательно, оставление согрешений подашь. Даруй меже ко спасению прошение, воздвигни их делание заповедей твоих, даруй им обновление дара святаго твоего духа». В алтаре новоосвященного храма были вознесены прошения о единстве православной церкви и сохранении церкви от разделений и расколов. Предстоятель молился о мире на Украине. «Избави люди твои от междоусобной брани, утоли кровопролитие, отврати належащие беды. Лишенные крова веди в дом, и алчущие напитай, плачущие утеши, разделенные совокупи. Не остави стадо свои от сродних своих во озлоблении сущих, умолитеся». На богослужении присутствовал губернатор Калининградской области и другие официальные лица. Среди молившихся – благотворители и строители нового храма, прихожане и жители региона. Церковь находится в шаговой доступности от жилых домов. Храм может вместить до 1500 человек. Когда богослужение закончилось, со словами благодарности его святейшеству преподнесли икону святой мученицы Лидии. 5 лет назад мы стояли возле котлована, и вы совершили освящение закладного камня. Годы пролетели очень быстро, всякое было за это время, и отчаяние, но не теряли мы дух. Помощь шла всесторонняя. Мы чувствовали, как вы молитесь за нас. В своем слове святейший патриарх поблагодарил настоятеля храма игумена Ермогена за усердные труды и вручил ему юбилейный крест в память столетия открытия Священного Собора и восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. «Мы должны помнить, что совершение добрых дел есть нечто очень важное как для тех, кому мы эти дела обращаем, и, конечно, может быть, в первую очередь для нас самих. Оказывая такую помощь и поддержку, мы не только устанавливаем особого рода межличностные отношения, мы повышаем уровень солидарности всего общества. Как важно, чтобы общество было солидарно». В дар новосвященному храму предстоятель передал евхаристические сосуды и икону Христа Вседержителя с предстоящими угодниками. Затем состоялось вручение церковных наград за помощь в строительстве в Калининграде храма мученицы Лидии и храма равноапостольного князя Владимира. Молившимся за богослужением на память были вручены иконки Божьей Матери Знамени с патриаршим благословением.